Как стать резидентом арктической зоны? Какие региональные и федеральные меры поддержки положены инвесторам в Заполярье? Первый онлайн-семинар для предпринимателей, реализующих бизнес-проекты в Печенском округе, состоялся в режиме онлайн-конференции. Договор о взаимодействии в работе по подбору оптимальных условий для предпринимателей, реализующих проекты в Печенском округе, Минэкономразвития Мурманской области и Центр «Вторая школа» подписали на прошлой неделе. И вот теперь реальные шаги, онлайн-встреча тех, кому нужна поддержка, с теми, кто может ее оказать. Единое окно для инвесторов Корпорации развития Мурманской области. При сопровождении проекта мы можем оказать поддержку в выборе подходящие меры, то есть те меры, которые могут предоставить государство в части налоговых льгот, различных преференций, таких как там, получение земельного участка без торгов или, например, имущество, которое находится в собственности Мурманской области. Также есть варианты получения его без торгов, и мы помогаем нашим инициаторам определиться с этими мерами. Еще одно плечо поддержки – территория опережающего социально-экономического развития столица Арктики. Это первая арктическая территория с преференциями, действующими на Дальнем Востоке. Мы как бы в своей деятельности, как у Светланы уже указала, именно выполняем ту часть, которая уже связана именно с рассмотрением заявки, подготовленной заявки. Да, мы, конечно, также осуществляем при необходимости консультирование наших будущих резидентов, связанных с применением различных мер государственной поддержки, с различными нюансами подготовки этой заявки, подачи этой заявки, их там дальнейшего рассмотрения. Умноженный на действия властей, конкурс беспроцентных займов от Нурникеля открыл для инвесторов в Печенском районе широкое окно возможностей. Вот этот конкурс, он нашел, на мой взгляд, очень серьезную поддержку со стороны правительства Мурманской области. И нам, ну не буду говорить, повезло, но как-то так совпало, что в этом году еще и были приняты законы о поддержке предпринимательства в арктической зоне Российской Федерации, в которую входит Мурманская область целиком. Хочу сказать огромное спасибо в первую очередь правительству Мурманской области за поддержку начинание кампании «На риски никель». Мы все знаем, что вот уже буквально на следующей неделе произойдет значимое серьезное событие для всего Печенского округа. Это закрытие и остановка плавильного цеха. Событие действительно серьезное как в сфере экологии, так и в сфере экономики. Мы все вместе своевременно, каждый да, своей части сделали ту работу, которая позволит развиваться территории дальше, получить новые возможности. В этом плане большое спасибо и компании «Норильский никель», которая ответственно подошла, и такой хороший инструмент рабочий на территории. Подробности о мерах поддержки и другую важную для бизнеса информацию можно найти на инвестиционном портале Мурманской области. Петр Широбоков, ТВ-21+.